Спасибо, друзья, спасибо огромное. Был «Волчонок», а потом была песня, которая, в общем-то, с нее, я считаю, начались мои первые концерты в Санкт-Петербурге. И то, что меня как бы вписали вот в такой жанр, как шансон, я считаю, много отдаю именно этой песне. Эта песня на стихи замечательного русского поэта. Кто бы это мог быть? Есенин. Солнце русской поэзии и женщина, которой он посвятил самые проникновенные строки, которая была старше его на целых 18 лет. Для всех женщин сегодня прощание с Айседорой. Корабли плывут в Константинополь, поезда шумали от Скополя. Каждый день я чувствую тоску от того при встрече иностранки вместе. Я на цифры шум и кораблей слышу голос плачущей итальянки. Дамы и господа, Сергей Любавин, ваши аплодисменты.